рада приветствовать всех гостей и подписчиков на моем канале DIY Творческий мир. И сегодня мы будем делать декоративное сердечко из мешковины. Его можно использовать в разных целях. Можно использовать как новогоднюю игрушку на елку повесить, можно просто повесить на стену, можно использовать просто как какой-то элемент интерьера где-то на столике. Можно подарить кому-то в качестве подарка и так далее. Все зависит от того, какие у вас предпочтения. Для изготовления нам, конечно же, понадобится мешковина. Любая подойдет, которая у вас есть. Ее можно купить в магазинах тканей, либо использовать готовые джутовые мешки. Также для декора понадобятся всевозможные кружева, ленточки, тесьма, декоративные вот такого типа вырубки, которые я люблю, возможно, будем использовать. Может быть, понадобится вот такая нить из бусинок. Ну и, конечно же, ножницы, клей-пистолет, наполнитель. И, может быть, еще какие-то детальки. Как всегда, уже посмотрим в процессе. Давайте приступим. Итак, складываем ткань напополам, находим центр, отчерчиваем середину и на одной из сторон рисуем половинку сердца. Затем еще раз складываем, получается в четверо, и вырезаем сердечко. Таким образом оно получится симметричным. Далее проклеиваем его термоклеем. Но вверху оставляем пространство, чтобы потом мы могли наполнить его каким-либо наполнителем. Специального наполнителя у меня, как оказалось, мало, мне его не хватило, и я решила наполнить свое сердечко простыми белыми полиэтиленовыми пакетиками. Они, кстати, очень хорошо наполняют. Если уж такое случилось и вам не хватает, то вполне можно этим воспользоваться. Наполняем и заклеиваем все отверстия. Теперь делаем петельку, просто приклеиваем ее по центру. Берем джутовый шнур, складываем его пополам, то есть вдвое. Отрезаем достаточно длинный двойной шнур, приклеиваем в центре сердечка и далее начинаем скручивать его жгутиком. И по мере скручивания этот жгутик приклеиваем по всему контуру сердечка. Далее берем кружево и укладываем его наискось вдоль сердечка. Приклеиваем также термоклеем. А теперь нам понадобятся джутовые обрезки. Из них мы попробуем сделать цветочки. Как это ни странно. Просто выбираем более-менее целые оставшиеся кусочки и потихоньку начинаем их скручивать, превращая в розочку. Все время подклеиваем, чтобы она не распадалась. Делаем 3 таких розочки. Кстати, совсем забыла сказать, что когда я вырезала сердечко в самом начале и проклеила его, я планировала сначала его вывернуть, чтобы склеенные части, края, оказались внутри. Но, к сожалению, мне так не понравилось. Я решила все вернуть назад и оставить вот именно эти склеенные края лицевой стороной, потому что так сердечко смотрится гораздо рельефнее.
Но это, конечно, уже на усмотрение каждого. А теперь делаем декор из джутовых нитей. Для этого просто вытаскиваем их из мешковины и складываем в несколько слоев в виде петельки, чтобы получилась одна большая такая пышная, состоящая из петелек деталь. Внизу все подклеиваем. А теперь можно приклеить получившиеся заготовки к сердечку. В центр каждого цветочка приклеиваем по бусинке. Ну и, конечно, деревянные вырубки. В данном случае я буду использовать два цветочка и одно сердечко размером чуть больше сантиметра. От жемчужной нити отрезаем 3 кусочка, делаем из них петельки и приклеиваем их между розочками. Это нам добавит декора. Кстати, размер сердечка у меня получился по горизонтали в самой широкой части 19 сантиметров, а по вертикали по центру 12. Сердечко готово, и, казалось бы, грубая джутовая ткань, в которой нет никакой изящности, а в готовом виде смотрится очень нежно. Такое сердечко можно преподнести в качестве подарка своим близким и любимым людям. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я обязательно постараюсь порадовать вас чем-нибудь новым и интересным. До новых встреч. Пока-пока.